Здравствуйте, дамы и господа! Всем привет! Меня зовут Юра Третьяк, и мы начинаем наше интерактивное шоу под названием «Счастливчик на проводе». Смотрите аккуратно, но внимательно, и решайте задание первым, которое появилось на ваших телеэкранах. Еще раз прошу убедиться в том, что считаете правильно, и проверяйте свои ответы только в прямом эфире нашей программы, пока прямой эфир длится. И длится он достаточно, чтобы стать победителем. Но перед тем, как звонить, пожалуйста, проверьте все правила и условия внизу телеэкрана в бегущей строке. И, конечно же, решите правильно это задание, которое уже на ваших экранах, на ваших глазах, по номеру 0973. И еще раз напомню, первые 5000 рублей получит только совершеннолетний взрослый участник нашего интерактивного телешоу. И не забудьте, что все шансы, все возможности в ваших руках. И, надеюсь, мобильные телефонные номера работают. Ну, это я точно знаю. Главное, чтобы ваш мобильный телефонный аппарат работал прямо сейчас. И именно по номеру 0973 можно дозвониться с легкостью, так сказать, в легкую, и предоставить правильный ответ. Еще раз напомню, прямо сейчас перед вашими глазами нужно сосчитать сумму всех треугольников. Ну, точнее, просто посчитать их количество. Количество треугольников на этой картинке. Сама картинка, конечно, не треугольная, но ее считать не надо. А вот начиная с самого большого треугольника и внутри все маленькие, вот это, пожалуйста, будьте добры, сосчитайте правильно. Ведь даже если на единичку ошибетесь, это уже неправильный ответ, и за это денег не отдам. Только за правильное количество треугольников, которое, собственно говоря, сейчас перед вашими глазами. На девушку, пожалуйста, не отвлекайтесь, просто 0973 набирайте, дозванивайтесь и предоставляйте правильный вариант ответа. Ведь на самом деле, еще раз напомню, 0973 только для совершеннолетних, для взрослых, и только если вы подтверждаете этот факт и то, что у вас есть правильный ответ, тогда набирайте 0973. И я надеюсь, прямо сейчас у вас уже есть правильный ответ за 5000 рублей. Ведь это прямой эфир, и в нем побывать, я уверен, сегодня получится многим участникам, ведь первое временное ограничение уже на экране — 1,5 минуты. Поехали! 3, 2, 1, старт! Я хочу, чтобы каждый... Ну, как каждый, да? Я хочу, чтобы через 1,5 минуты, ну, не каждую прям секунду, а на протяжении этого времени вы как раз посчитали количество треугольников на картинке и сразу, как только закончится время, попали в эту студию в прямой эфир и озвучили свой правильный ответ. Ведь за него вы и получите впоследствии 5000 рублей за правильный ответ, а не просто свой. Ведь можно назвать, знаете, от фонаря, так сказать, 3, или там 6, или там 7, или 2, 1, не знаю. Можно назвать любое число или цифру, но только за правильный ответ вы получите 5000 рублей. Итак, внимательно посмотрите еще раз на телеэкран. 50 секунд до попадания нашего, я надеюсь, победителя. Ведь, я не знаю, это может быть абсолютно любой участник, откуда бы вы ни звонили, где бы вы ни находились. Если у вас есть ответ и телефон, а еще 18 лет, тогда, конечно, по номеру 0973, пожалуйста, дозванивайтесь, чтобы быть в этом прямом эфире прямо сейчас за 5000 рублей. 27, 26, 25. И долго не ждите, друзья, потому что у нас очень быстро будет победитель. И поэтому именно вам нужно попасть раньше в эфир, пока кто-нибудь другой не появился и не назвал правильный ответ. Чем раньше вы, тем, собственно говоря, позже они. То есть сначала вы становитесь победителем, а потом уже пусть все остальные прорываются, потому что сегодня будет победителей много и участников тем более. Фух. Ну, вроде все сказал, остается только, кстати, на будильнике нули, и остается услышать ваш ответ, но за 6. Давайте так, 6000 рублей первому победителю, если вы не против. И как только попадете в эту студию, в прямой эфир, я хочу, чтобы вы сразу громко озвучили правильный ответ. Ведь правильный ответ, а вы наверняка знаете, это просто какое-то число, которое соответствует количеству треугольников на телеэкране. Итак, дозванивайтесь, озвучивайте и все. 0973 номер для попадания в студию в прямой эфир. 0973. Дозвонились, сказали, все, этого достаточно. А от вас правильный ответ, а от меня деньги для вас. Все просто. Что может быть проще, чем прорываться в студию программы «Счастливчик на проводе»? Наверняка за 6000 рублей, простите, ну, проще сегодня вечером ничего нет. Тем более воскресенье, а воскресный день, знаете, вот воскресенье хуже, чем суббота, потому что
субботу, завтра, воскресенье, как бы выходной, а в воскресенье, завтра понедельник. И это портит настроение. Вроде воскресенье и выходной день, но ходишь целый день, такое впечатление, как будто бы... И вот, чтобы это настроение убрать, и для того, чтобы как-то повысить, знаете, вот настрой хороший. Вот у нас, между прочим, настрой уже хороший, потому что у нас и так воскресенье, мы и так на работе. И завтра нам все равно на работу, так же, как и сегодня было. Поэтому ничего страшного. Но вы можете поднять себе настроение 6000 рублей, которые за правильный ответ я вам и предлагаю, предоставляю этот шанс в прямом эфире. Поэтому просто 0973, дозванивайтесь по этому номеру, если вам есть 18, и говорите, сколько же треугольников на экране. И за это 6000 рублей всем совершеннолетним, которые попадают в эфир. Поэтому, пожалуйста, телефон, я надеюсь, у вас работает, конкуренция низкая, мы еще не получили ни одного ответа. Ну, в принципе, можно было уже дозвониться и сказать, поэтому я надеюсь, что вы будете первой или первым. Я даже не знаю, сейчас нас смотрят девушки больше или парни, я не знаю, кто лучше считает в воскресенье вечером, у кого еще работает голова. Не знаю, но главное, чтобы ответ был правильный и действительно, бог его знает, кто-то наверняка уже сосчитал, единственное, этого человека мы еще не услышали в этой студии, поэтому, пожалуйста, поторопитесь. Если есть правильный ответ, 0973, телефонный номер... прямого эфира, друзья мои, ну, практически. Дозванивайтесь по этому номеру. Единственное, напомню, вам нужно будет правильно отвечать на вопросы. Отвечайте правильно и быстро. Тогда наверняка шансы у вас самые высокие для попадания в эту студию в прямой эфир. Ну, а если будете ждать, чего-то там задерживаться, если будет присутствовать легкая неуверенность в ваших действиях, тогда, конечно, скорее всего, кто-то сможет прорваться еще перед вами в эту студию и в прямом эфире предоставить какой-нибудь другой ответ, который тоже может оказаться правильным. Поэтому, друзья, за 6000 рублей я попрошу вас как можно быстрее прорваться в эту студию и на будильнике, кстати сказать, уже 20 секунд до попадания нашего замечательного участника, который может с легкостью превратиться в победителя. Сразу скажу, в нашей программе покемоны будут. А поэтому стоит дождаться. Все-таки, так, друзья, 7, 6, 5, 4, 3, 2. В поисках покемонов. Вот, кстати, можно направлять на нашу программу свой телефон с игрой. Может быть, скоро и найдете. Давайте 7000 рублей. 7000 рублей. Так, я предлагаю так. Если у нас нет победителя, тогда я предлагаю больше денег, чтобы вас немножечко замотивировать и обмотивировать вашу победу. Ну, понимаете, да? Чтобы вы были действительно каким-то образом ближе чуть-чуть к нашей программе и к этой студии, чем вы сейчас находитесь. А хотя где бы вы ни находились, на работе, дома, в гостях, неважно. Может быть, вы в каком-то ЗВД сидите, ну, заведении в смысле. Может быть, вы в баре. Хотя вряд ли, нет. Вы знаете, воскресенье, поздно вечер, завтра на работу. Ну, какой же может быть? Ну, скорее всего, вы дома. Я, конечно, не Ванга, ванговать не буду здесь, но тем не менее. Итак, правильный ответ за 7000 рублей и хочу услышать в этой студии. 0973, телефонный номер для мобильных. 0973 с мобильного просто набирайте прямо сейчас. Отвечайте очень быстро, правильно на вопросы. И потом самый главный ответ сегодняшнего вечера нашей программы. Какое же количество треугольников вы насчитали в этом задании? Задание под номером 1. И номер 1 среди всех участников сейчас, который предоставит самый точный ответ и получит счастливое 7000 рублей. Ведь для этого вам не придется спускаться в шахту, для этого вам не придется вообще никакого физического труда выполнять, только, конечно, умственный. И только звонить с мобильного 0973, если вам есть 18. Ну а все правила и условия внизу телеэкрана в бегущей строке, еще раз напоминаю. Поэтому ждем секунды на секунду вас, друзья, дорогие участники, телезрители, зрительницы. Все в ваших руках. Просто звоните и предоставляйте мне ответ. В конце концов, вы этого заслуживаете. 7000 рублей за правильно решенное первое задание. И за первый правильный ответ в нашей студии, конечно же, 7000 рублей. Поспешите, пожалуйста, и тогда именно вам они достанутся. Чего же ждать? Ведь, как мне кажется, очень и очень нехорошо, когда побеждает и выигрывает кто-то из соседей. Да? Ведь у нас... В ментальности это прям прописано. Давайте сначала я, а уже потом все остальные. Правда, нужно быть первым, более амбициозным, быстрым участником, причем победителем. Желательно быть победителем.
Правда ведь? Ведь сейчас, кстати, раунд номер один. Давайте вот сразу договоримся, называть это раундами. То есть время между попаданием участника или победителями, даже можно так сказать. Почему нет? Друзья, 7000 рублей на кону и 1,5 минуты опять. Давайте, 3, 2, 1, старт, поехали. Пускай бежит время на будильнике, пускай это и будет дедлайном и временным ограничением. Потому что мне кажется... Все-таки у вас получится быть первым и выиграть больше денег, и главное, быстрее. Вот всегда нужно быть первым. Ведь, как говорил классик, кто первый, тому пробки не страшны. Действительно, если вы едете самым первым среди всех машин, какие могут быть пробки? Все за вашей спиной, вот там пусть стоят на светофорах, застряют, а вы едете первым. Также по такому же принципу и наша программа. Тот, кто дозванивается первым с правильным ответом, тому неинтересны вообще все участники, все варианты и прочее. Это все становится просто историей, ненужным информационным мусором и потерей времени для остальных. Поэтому будьте победителем всегда. Будьте первым с правильным ответом. В данном случае ситуация очень проста. Видите, синими такими полосочками, не знаю, какой точно цвет, но или фиолетовый, ну, не суть. Самое главное, что вы видите треугольники на телеэкране. Девушка лежит, а над ней треугольники. Сосчитайте правильное количество треугольников и скажите, сколько их на этой картинке. А за это 7000 рублей нашему первому участнику и победителю, который, кстати, вот-вот, секунду на секунду, может попасть в студию со своего мобильного. Так сказать, не лично прийти, приехать, прилететь. У нас же не поле чудес. К нам не нужно приезжать. Есть звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Добрый вечер, как вас зовут, скажите? Екатерина. Очень приятно, скажите, какой правильный ответ? 6 треугольников. Всего 6? Нет. Простите, но нет, почему-то маловато как-то, мне кажется. Другое правильное количество треугольников нужно... Давайте 8 тысяч рублей. А вот почему бы и вот так вот, так сказать, конем бы нам бы не пойти, да? Давайте так, 1,5 минуты, все, придумал. Вот так будет развиваться наше сегодняшнее интерактивное шоу, в котором вы можете поприсутствовать лично своим голосом каждую минуту. Ну, в данном случае, каждые 1,5 минуты. Старт, будильник. Итак, 0973 только для совершеннолетних. И мы продолжаем, так сказать, решать задания и разыгрывать среди всех своих. Тех, кто смотрит, тех, кто слушает и кто решает задания на телеэкране. Какое же количество треугольников вы видите? Назовите мне, пожалуйста. И за это вы получите... 8 тысяч рублей. Но только, пожалуйста, не повторяйте предыдущий вариант ответа. Следите за каждым участником, кто сколько называет, и назовите выигрышное количество, то, за которое 8 тысяч стоит таки отдать. То есть правильное количество треугольников. Вот сколько сейчас здесь на телеэкране зашифровано, скажите. Хотя почему зашифровано? Ну тут же нет никакого шифра, по сути. Правда ведь? Здесь просто количество треугольников в задании. Как будто бы маленькие треугольнички один на один накладывали, на самый большой наложили чуть поменьше разной формы. И вот получилось, пожалуйста. Вот и назовите мне, сколько их там. И 30 секунд на будильнике. Поторопитесь, чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть быстрее, чем остальные участники. И тогда вы с участника превращаетесь в победителя. Это уже следующий, так сказать, уровень. Как сказал бы Сережа Мезенцев, следующий левел. Но сейчас не об этом. 8 тысяч рублей на кону, и нам нужен настоящий знаток треугольников, который может посчитать. Знаток геометрических фигур. Кстати, это одна из простейших геометрических фигур, проще некуда. Двухугольники – это даже сложнее, чем трехугольники. Кстати, нули на будильнике, и мне нужен победитель. Вот это, кстати, интересно. Кстати, вы знаете, что двухугольники, вот помните сердце обычное, вот которым обозначает слово love, ну или love, да, вот слово любовь, это тоже двухугольник, а мы ищем трехугольники, друзья мои. Треугольники посчитайте, и все, и становитесь победителями, друзья. 0973 только для взрослых и совершеннолетних. И если вы... Ладно, давайте 9 тысяч рублей, может так вы побыстрее все-таки соизволите с низкого старта. Добежать, это я только что показывал, так как будто бы вы сейчас на низком старте и начинаете бежать за 9000 рублей, точнее, за 9000 рублей. Ведь, знаете, сходить в булочную за хлебом под домом, это как бы нам обычно лень, далеко,
Да, а за 3 километра побежать за пивом, это как бы близко. То же самое и здесь. Вот как бы посчитать количество треугольников за 5000 рублей, в начале программы была именно такая сумма, ну как бы лень, да, вот за 9 уже можно. Я наверняка надеюсь, что сейчас появится и второй участник, я надеюсь, это вы сейчас звоните, поэтому вас подключат к эфиру, и вы получите... деньги за правильный ответ. Все просто. Единственное, что я надеюсь, это вы сейчас дозваниваетесь и быстро отвечаете на вопросы по номеру 0973. Друзья, очередное временное ограничение, и не нужно так смотреть. 1,5 минуты. 3, 2, 1, поехали. Старт. Даю старт будильнику, отсчет времени понесся, и все. 0973 – это номер чисто для дозвона. Вот дозванивайтесь, озвучивайте, и за это вам приз, деньги. Ну, то есть, я не могу просто каждому дозвонившемуся вручать деньги. Это было бы не совсем честно, потому что тут бы уже был, знаете, такой, ну, не знаю, фактор, наверное, какого-то фарта, везения. Ну, это было бы даже хуже, чем лотерея. Просто бери, дозвони без умолку, без устали. А тут же ведь и тут вам не здесь. Здесь нужно отвечать на вопросы правильно по номеру 0973. И вы можете прямо сейчас это проверить. Позвоните 0973 с мобильного, и вы убедитесь, что вас начнет мой же, опять-таки, голос по телефону спрашивать какие-то вопросы дополнительные. И отвечая на них правильно и максимально быстро, вы заслуживаете наверняка сейчас попасть первым в эту студию и в прямом эфире озвучить правильный ответ. Итак, 34, 33, 32. Последние секунды до попадания в студию нашего победителя. Не тратьте время попусту, друзья. Просто решайте задание правильно, быстро. И мне нужно действительно, чтобы здесь был победитель в этой студии. То есть решайте быстро это задание и сразу дозванивайтесь по номеру 0973. Итак, 14, 13, 12, 11, 10. Последние секунды до нашего победителя, до знакомства с вами в этой студии, друзья. И 9000 я еще никому не отдал. Есть звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Добрый вечер, алло, алло. Вы в студии, в прямом эфире. Как вас зовут? Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Скажите, как вас зовут? Павел. Очень приятно. И ваш ответ? 12. 12. Давайте покажем ответ. Я вас прошу. Покажите ответ. Слушайте. Вот так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вы знаете, мне кажется, мы бы долго тратили время на это задание, тем более, когда ответы 6, 12 и пока что максимум, там их чуть-чуть больше. Но в воскресенье вечером... 27, да, абсолютно правильно. Ну, ладно, мы бы долго решали. Давайте попроще наверняка задание какое-нибудь... Вот, например, смотрите, вот у меня есть доска вот такая. Я надеюсь, вот смотрите, вот мы ее сейчас так повернем. Я надеюсь, вам будет отлично видно. И мы бы хотели в самом начале сразу очень... Слушайте, вот посмотрите внимательно на эту доску, да? Вот здесь зашифрованы 9 русских городов. И я вас попрошу только одно. Назовите один русский города на избук. Но это у нас, видите, с ошибками написано на экране. Ничего страшного, не обращайте внимания. Один русский город сейчас нужно, чтобы вы назвали в прямом эфире в этой студии. И за это вы получите уже 2000 рублей. Я единственное попрошу нашего редактора поменять все-таки буковки в задании на экране, потому что каким-то образом нельзя пускать детей, даже пускай генерального продюсера, к компьютеру нашего прямого эфира. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран. Еще раз я могу даже подавить. По-моему, хорошо, в принципе, видно. Давайте. Я ловлю маркер, и мы начинаем уже по-взрослому решать это задание. Итак, первый город, только единственное, друзья, я хочу сразу вас попросить только правильные ответы мне предоставлять. И вот сейчас я скажу крамольную фразу, которая самая важная в нашем задании. Я от любого телезрителя за 2000 рублей жду только один русский город. Вот, например, первый город элементарно прост, но если вы назовете мне первый, второй и третий, или первый, второй, или первый... Ну, короче, если вы назовете хоть что-нибудь из зашифрованного, кроме первого города, я аннулирую ваш ответ и скажу, что нет, друзья, так неправильно портить задание для других телезрителей, тем более, я честно скажу, портить нам, потому что я вместе с нашим редактором вот это вот все распечатывали, вырезали, клеили. У нас тут было реально,
как это правильно сказать, кружочек очумелой ручки. Правда? Поэтому, если вы назовете сразу все, вы нам, собственно говоря, все испортите. Поэтому я не приму эти ответы. Я прошу вас так не делать. Назовите только один русский город. Если один русский город называете, тогда я его принимаю, 2000 рублей вам отдаю, и мы ждем следующего участника. Первый ответ самый простой. Ну, конечно же, это город из трех букв. Очень простой. Непростой в плане там истории событий и людей, там много чего происходило, много кто жил и так далее. Дальше будет даже интересней, но за первый правильный ответ уже 2000 рублей у вас в кармане. Потому что первое задание все-таки было сегодня достаточно сложным. И если вы помните, а вы наверняка помните, в первом задании мы с вами что делали? Считали треугольники. Ну какие треугольники на ночь, друзья? Ну, господи, это же воскресенье. Я вот полутора смотрел в зеркало и вспоминал... То ли? Нет, как-то меня по-другому звали еще вчера. И только вот под вечер вспомнил. Да, Юра, как вас зовут? Вот у меня простое имя из трех букв. И я хочу, чтобы вы в студии назвали мне город из трех букв, который зашифрован первым. Один город называете и 2000 рублей получаете. Но если вы назовете другой город из другого количества букв, или если назовете несколько городов, которые на этой доске зашифрованы, тогда я ваш ответ аннулирую и деньги не отдам. Я хочу сразу всех предупредить. Несколько раз предупреждаю специально, чтобы потом не было ко мне вопросов, потому что такое уже бывало. То есть если вы портите задание кому-то из следующих участников, которые попадают в прямой эфир, я аннулирую ваш ответ. Или если ошибетесь тоже. Поэтому, друзья, только для совершеннолетних и своим звонком по номеру 0973 вы подтверждаете, что вам есть 18 лет и что вы ознакомлены с правилами и условиями нашей программы и этого задания, которое я только что озвучил уже два раза точно. Поэтому, друзья, я жду первый ответ, очень простой, вот прямо напротив стрелочки. То есть я жду, что вы мне назовете один город, который вот напротив стрелочки. Вот, видите, город, стрелочка, и я потом его пишу правильно. И каждый раз я хочу, чтобы вы мне называли только правильные ответы за соответствующие денежные вознаграждения. В данном случае 2000 рублей по номеру 0973. Итак, все, я жду, давайте побыстрее, потому что все правила озвучены уже более чем два раза. Но если чего непонятно или не слышно, может быть, без звука смотрели нашу программу, тогда внизу телеэкрана все написано в бегущей строке и задание тоже. Назовите один русский город. Еще раз всем, я думаю... Ясно и понятно. Называйте больше или меньше, чем один. Все, это неправильно, и за это деньги не отдаю. Фух, вроде все озвучил. 2000 рублей уже есть, а значит, должен быть сейчас где-то рядышком здесь своим голосом присутствующий победитель. Если вы не против, назовите мне, пожалуйста, один город, русский город за 2000 рублей. Я вам деньги, вы мне ответ. По-другому это работать здесь не будет. Поэтому еще раз, еще раз и еще раз. 0973. Только для взрослых, совершеннолетних, только для вас, знатоков русских городов, в прямом эфире. Программа называется «Счастливчик на проводе». Итак, вы счастливчик. На проводе быть не обязательно. Можно с обычного мобильного набрать 0973 и озвучить мне правильный первый ответ. Кстати сказать, мне в прошлый раз сделали такую маленькую ремарку. По поводу того, что не нужно было, а я, в принципе, не подсказывал, но намекал про какие-то исторические факты. Так вот, сегодня будет та же история. Конечно же, если загуглить, там все будет понятно и предельно ясно. Мы в нашей программе сегодня не ищем покемонов, мы с вами ищем просто обычные названия русских городов. Первый город из трех букв. Три буквы, один город. Слушайте, я так долго объясняю, мне уже самому скучно. Реально, вот не то, что скучно, правда, как-то... Не могу сказать русское слово, мы в прямом эфире, но как же это? Ну ладно, ладно, потом скажу, потом если вспомню, как это слово перефразировать. Короче, немножечко надоело рассказывать одни и те же правила без победителя в таком простом, казалось бы, задании. Из трех букв всего-навсего русский город. Неужели все испугались, думают, там ну такая легкотня, наверняка там сейчас кто-то быстро прорвется. Все так сейчас думают наверняка. И поэтому у меня еще пока победителя нет. Итак, 0973, телефонный номер для моби. А, или вам денег, что ли, мало? Друзья, ну слушайте, ну я не могу больше дать за три буквы. Ну, 2000 рублей, по-моему, абсолютно нормально, адекватно. Это будет глупо, если я буду предлагать 20 тысяч за три буквы, а потом что? А тут тогда сколько? 100 тысяч, а тут 200, а тут вообще 400. Или вы ждете сразу самого сложного, самого дорогого слова, а? Кстати,
Кстати, мне кажется, попасть в прямой эфир сейчас намного проще. Ведь всего три буквы, всего один русский город зашифрованный, который я и жду услышать от вас. Я жду, что вы дозвонитесь 0973 по этому номеру, ответите максимально быстро, а главное точно и правильно на вопросы по номеру 0973 и назовете в этой студии правильный ответ. Ведь за правильный ответ правильную денежную сумму уже подготовил наш бухгалтер. 2000 рублей, где бы вы ни находились, в пределах, конечно же, нашей страны. Я надеюсь, из-за рубежа сегодня звонков не будет. Да и как, собственно говоря, по номеру 0973 можно дозвониться из-за рубежа, пока не знаю. Со своего номера, конечно, попробую, но для этого придется куда-нибудь далеко лететь. Итак, первое, слушайте, я уже честно, я уже сам хочу сказать этот правильный ответ, потому что, ну, это же уже как бы даже не смешно. Черным на белом написано, я даже черную стрелочку поставил. Я жду только первый русский город из трех букв. И за это уже 2000 рублей у вас, считайте, в кармане. Только дозвонитесь первым и назовите правильный ответ. Здравствуйте, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как зовут, откуда звоните и правильный первый ответ. Первое слово – Уфа. А скажите, как вы… Третье слово – Казань. Подождите, секундочку. Первый ответ правильный, только зачем вы второй-то назвали? Господин редактор, что будем делать? Нам сказали два слова, я же предупреждал, только одно нужно сказать. Ладно, я, конечно, Уфу напишу, а вы там решайте, что делать дальше, потому что я еще раз напишу и еще раз расскажу правила и условия. Если вы дозвонитесь в программу и называете больше, чем один город, я еще раз напоминаю, потому что я до этого говорил, три раза это напоминал. Назови, и в названии написано задание, назовите один русский город. Если вы назовете два или три города, или все, тем самым вы запортачите задание следующим участникам, да и нам. Мы зачем это все распечатывали, готовили, собственно, два часа перед программой. А у нас больше заданий нет просто. Ну, по сути, вот 9 победителей может сейчас попасть в прямой эфир, забрать деньги. Почему нет? Но если вы называете сразу все города, вы этим самым, собственно говоря, портите, и у нас уже не будет 9 победителей. Поэтому не делайте так, пожалуйста. Я еще раз напоминаю, я могу еще 6 раз напомнить. Так, пожалуйста, не делайте так. Назовите только один город, и вы будете победителем или победительницей. Так, ладно, давайте продолжать. Все, я жду, чтобы вы мне назвали и сказали вот этот вот замечательный город из четырех букв. Видите, три буквы, четыре буквы и... Опа! Здравствуйте! Как вас зовут? Александр. Очень приятно. Вы уже в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, один русский город. Казань. Москва. Нет. Нет, подождите, я же просил, только напротив, из четырех букв, вот, смотрите, МСКО, только, ну, это ошибка, нет, подождите, еще раз напоминаю, я жду от вас один русский город, который напротив стрелочки, в данном случае нарисовал черную стрелочку, и жду город из четырех букв, сказал, что было из трех, сейчас из четырех, и только этот ответ я сейчас жду, пожалуйста, не называйте другие больше города из большего количества букв, потому что у нас все должно быть по очереди. И на очереди у нас следующий победитель. Только я, пожалуйста, еще раз прошу, уже 6-й раз напоминаю, я жду от вас в студии только один русский город, который зашифрован под номером 2 красными буквами. Вот, МСКО. Не называйте, пожалуйста, больше никакие города. Ну, то есть, понимаете, да, когда вы звоните, вы можете сказать, что вы из какого-то другого города, но вы родом, например, или вы сейчас дозваниваетесь оттуда, но правильный ответ – это только один русский город, который зашифрован в данном случае под номером 2 из четырех букв красным цветом. Пожалуйста, я уже разжевал до невозможности это задание. Только своими ошибками вы отдаете все шансы и деньги в чужие руки, потому что так бы вы сейчас забрали 2000 рублей, а так их кто-то получит другой. Еще раз объясняю так, чтобы если вы случайно включились не в тот момент и не поняли, что нужно делать, и дозвонились, ну это ваша вина и ошибка. По сути, правило внизу телеэкрана и задание написано очень-очень отчетливо. Назовите один русский город, который зашифрован, но... Не из вот этих вот всех городов, а только поочередно мы решаем.
Это очень важно, я это озвучиваю постоянно, напоминаю, говорю об этом, чтобы в нашей программе человек, который дозванивается, назвал правильный ответ и за это получал деньги, и 2000 рублей. 2000 рублей за правильный ответ. Друзья, я по-прежнему вас жду. О, кстати, у меня есть тут небольшая подсказочка. Есть звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните? Екатерина из Башкирии. О, вот это класс. Скажите, пожалуйста, один русский город, который мы вот разыскиваем красным цветом? Который второй? Да, вот второй, вот он, вот здесь вот. Омск. Ну, конечно, правильно, ну, наконец-то, вот же, но ведь можете. Так, я пишу, браво, класс, отлично. Вы уж простите, но вот такие вот у нас интересные правила нашего сегодняшнего задания. И мне кажется, в этом-то и вся соль, и в этом вся суть. Потому что есть телезрители, которые реально смотрят нашу программу. У нас даже когда-то был фан-клуб, да и сейчас, может, это есть. Не знаю, затерялся на просторах интернета, но смысл вот в чем. Смотрите, мы сейчас по правилам и условиям разгадываем поочередно все русские города. Вот давайте сейчас 3000 рублей победителю, потому что раз, два, три, третий ответ мне сейчас нужен. Я прошу вас сейчас назвать мне город, который из зеленых букв. Вот прямо все называйте мне, пожалуйста, города, которые напротив стрелочки. Вот в данном случае, видите, я стрелочку нарисовал напротив зеленых буквок. Я надеюсь, вам хорошо, отчетливо видно, потому что если не видно, тогда не звоните. А если видите, тогда хорошо. Если понимаете правила и условия этого задания и нашей программы, тогда дозванивайтесь по номеру 0973. И все условия внизу телеэкрана в бегущей строке. Звоня по номеру 0973, вы подтверждаете то, что вам 18 уже исполнилось или больше. Ну и, конечно, вы согласны с условиями, правилами и знаете правильный ответ. Итак, правильный ответ – это город, зашифрованный из 1, 2, 3, 4, 5, 6 из 6 зеленых буквок. Назовите город напротив стрелочки. И все, вот так, один русский город. И еще раз напоминаю, в этом уже раунде, если вы назовете два города или больше, или не тот город, который зашифрован зеленым, у вас будет ошибка, у вас будет неправильный ответ. Поэтому, чтобы 3000 рублей, чтобы вы получили, назовите мне из зеленого цвета вот это вот городишко. Хотя, кстати сказать, городишко-то не маленький. Ну, смотря с чем сравнивать, и мы говорим только о русских городах, друзья мои, поэтому, пожалуйста, не путайте. Бывает такая оплошность, как анаграммы, когда из одних и тех же букв можно сложить несколько слов и тем более несколько городов. Вот этого сейчас не должно быть. Итак, 0973 только с мобильных, 3000 рублей уже за зеленый, так сказать, город. Кстати, это русский город, ну вот зеленым цветом. Насколько этот город зеленый, это, конечно, смотря в какое время года. Это, во-первых, и смотря с чем сравнивать. Еще раз говорю, бывают города очень большие, бывают чуть поменьше. Ну, конечно, если сравнивать с... Не будем подсказывать. Еще раз напомню, в нашей программе, если вы даже вы только что включили, мы разыскиваем города напротив стрелочки. Назовите один русский город напротив стрелочки, в данном случае с зеленым цветом из 6 букв. И за это вы уже победитель или победительница. Но самое главное, дозвониться первым. Фух, все вроде сказал. Только что у нас было очень быстрых два участника. И вот уже третий. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда звоните? Меня зовут Ольга, я звоню из Калуги. Отлично, Ольга. Назовите мне, пожалуйста, зеленый вот этот вот город из 6 букв. Город зеленый? Да. Алло. Да-да, говорите, пожалуйста. Город Казань. Конечно же, ну конечно же, это же элементарно просто, наконец-то. Слава тебе, Господи, не подвели и называете правильные ответы. Так, с моим, конечно, почерком, мне кажется, еще 2-3 ответа, и мы уже будем не помещаться в этой доске. Так, теперь желтого цвета я прошу вас назвать мне город. Итак, других городов я слышать не хочу. Не могу и не буду. Кривая у меня получается стрелочка. Ну да ладно, с таким-то почерком, конечно, мне, собственно говоря, ни к этому заданию притрагиваться, ни к этой доске.
Вот. Но та доска, конечно, которой мне нужно притрагиваться, наверняка уже спит. Ладно, друзья, 3000 рублей на кону, и мне нужен победительница, желательно. Кстати, сегодня, видите, девушки доминируют. Сегодня в нашей программе больше девушек, чем мужчин. Это, конечно, радостно, с одной стороны, потому что мужчины, ты что, они же после субботы, после пятницы, ну, выдохлись, да, отработали неделю, отдохнули так, что теперь желательно бы еще и на минеральные воды съездить. И теперь уже вечером, ну, уж тут не до игр, не до решения. Хотя за всех говорить не буду, это по своим друзьям я сужу. А вот сегодня у нас больше стало победительниц девушек, поэтому я и говорю, желательно бы. Но, кстати, 3000 рублей, друзья, еще раз напомню, напротив стрелочки, вот желтеньким цветом, звоните и называйте мне город. Здесь зашифрован город. Если вы правильно ответ скажете, вы победительница, желательно, или победитель. Если же назовете мне 2-3 города других, вот, например, этот, ну, любые другие, кроме желтенького, тогда я скажу, что не засчитываю ваш ответ, вы запортачили задание всем другим участникам, поэтому вас выключат с эфира. 3000 рублей только за правильный ответ одного русского города, еще раз напоминаю, и 0973 для того, чтобы дозвониться, еще раз напомню, 0973 для взрослых, тем, кому уже 18 точно есть, а все правила и условия в бегущей строке внизу телеэкрана. Итак, сейчас мне нужен один единственный и неповторимый победитель, который точно мне назовет правильный ответ. Давайте теперь уже точно говорить о правильных ответах. Вы мне его озвучиваете, я его либо принимаю, либо не принимаю. Все, я буду неким таким фильтром эфирным, да, назовем это так, сетевым. Итак, мы в прямом эфире, в режиме реального времени. Вы мне правильный ответ, я вам деньги. 3000 рублей меняю. Вот видите, в желтом таком, на желтом фоне 3000 рублей. И желтый ответ сейчас жду. Что это за русский город? Назовите мне один русский город, и вы победитель или победительница. Все, жду. 0973 только для совершеннолетних, только для взрослых, адекватных, вменяемых, чувством юмора, понятное дело, желательно, конечно же, и с правильным ответом. Ведь в прямом эфире мы, собственно говоря, вот по такой круг интересов мы так и собрались. Итак, что-то я закрываю с собой пол доски, я жду вот этот вот ответ. Назовете — деньги ваши. Если, так как в первых ответах будут ошибки, ну тогда извините, пеняйте на себя, потому что на самом деле я вот уже, наверное, раз 10 в эфире повторил, что нужно сделать, и мне кажется, тот, кто слушает и смотрит, тот деньги и заслуживает, потому что те, кто вот не смотрит вообще нашу программу, даже на секунду не останавливаются, чтобы послушать все условия правила, чтобы уже хоть как-то более осознанно подходить к выбору, ну, что я могу сделать? Друзья, я предлагаю деньги нашим уважаемым телезрителям, которых мы благодарим за то, что вы нас смотрите, за то, что вы нас слушаете внимательно. Вы знаете правила и условия, и за это вы получаете деньги. Итак, 3000 рублей на кону. Еще раз напомню, мне нужен сейчас победитель. Ница, желательно. Да? Вы готовы, друзья? Я просто навожу от нечего делать буковки, чтобы было хорошо видно. Собственно говоря, в эфире мне особо делать нечего, кроме как принимать ваши звонки. Как только дозвоните, сразу принимаю ответ. Вам 3000 рублей, понятное дело. Себе, победителя, плюсик. Ставлю следующую стрелочку и следующий ответ. Вот так очень просто, напросто и запросто сегодня ночью, в воскресную ночь, я жду своих победителей. Итак, дозванивайтесь. Вот. А что мы здесь видим? ОСВАМК. Вам вообще хорошо видно желтый цвет, я надеюсь, на экране? На белом фоне видно, наверное, не очень хорошо, не так хорошо, как, например, синий, но, тем не менее, ответ правильный, я уверен, у кого-то есть, и вскоре я его выслушаю в этой студии. Итак, еще раз напомню, первый ответ был самым простым, но там была оплошность и ошибка. Я три раза говорил, что называть нужно только один город. И сейчас, в принципе, правила такие же, как и были. Называйте мне один город, и за это получаете деньги. Один город русский, естественно, чтобы безошибочно вы назвали мне именно тот, который здесь зашифрован. Мы говорим о русских городах. Кстати, если вы в этом русском городе живете, это прям потрясающе, потому что, во-первых, вы быстрее находите правильный ответ, и у вас выше шансы дозвониться. Я бы, конечно, предложил вам больше денег за то, что если вы живете в этом городе и назовете мне его сейчас, я вам дам больше денег, но я же как-то это же не проверю. Я тоже могу ведь дозвониться, сказать, что я из этого города, и дайте мне больше. Но как же мы это проверять-то будем? Вот
сложно. Поэтому ну, вот, усложнять себе жизнь точно не буду, и нашим редакторам тоже. Итак, 3000 рублей на кону, 0973. Телефонный номер для попадания в студию в прямой эфир программы «Счастливчик на проводе». Просто дозвонитесь и скажите, какой правильный ответ вы сейчас видите на экране. Ведь ответов здесь масса, но вы должны назвать только один, который желтого цвета сейчас буквы. Это русский город. Один русский город называете, 3000 рублей получаете. Все очень просто и только для совершеннолетних. Ну, а звоня по номеру 0973, вы подтверждаете, что вам есть 18 лет и вам есть что сказать. Вы звоните по номеру, соглашаясь с правилами и условиями, называя правильный ответ, ведь он у вас обязательно должен быть до момента звонка. И сейчас, если у вас его нет, и вы только включили нашу программу, напомню, мы разыскиваем город из желтых букв. Назовете его, и деньги ваши. 3000 рублей только для совершеннолетних. 0973 телефон работает, деньги по-прежнему отдаю. Это я завис. Нормально. Бывает, вот знаете, я реально замолкаю, и звонок сразу прорывается. Поэтому я попробовал. Ну, не работает часто это. Ну, ладно. Вы просто не обязаны ждать. Ждать, по сути, нечего. Потому что, знаете, вот так бывает, ждешь чего-то светлого, хорошего в жизни, а потом просыпаешься утром, а у тебя руки трясутся, и тебе 82. Бывает такое. Редко, но бывает. Поэтому ждать не надо. Очень плохо заканчивается, когда ждете. Нужно действовать. Вот чего бы вы не, вот чего вам в жизни не хватает, задумайтесь. Денег? Тогда чего же ждать? 3000 рублей, по крайней мере, вы можете из нашего эфира, из нашей программы дернуть. Причем в легкую. Но 973, телефонный номер всего-навсего, 4 цифры для мобильного. Элементарно просто. Но для этого нужно знать правильный ответ и правильно отвечать на вопросы. По этому же телефону 0973 с мобильного и правильно отвечая на вопросы по этому номеру, вы должны быть максимально еще и быстрыми. Поэтому помните, бездействие – самое плохое, что может быть, оно играет против нас. Это первое, то есть ваше бездействие. И второе, пожалуй, тоже не менее важное, это, конечно же, делать быстро. То есть не только правильно, но и быстро делать то, что у вас так хорошо получается. То есть решайте, пожалуйста, задание, которое сейчас у меня на доске, максимально быстро. Назовите один русский город, который сейчас вот здесь зашифрован желтыми буквами. И по номеру нужно, очень важно, по номеру 0973. Сейчас напомню, только для совершеннолетних и только в прямом эфире я отдаю вам деньги и проверяю правильность вашего ответа. Поэтому прошу, начинаем с решения задания, потом дозваниваемся и деньги, собственно говоря, получаем. Три этапа, очень простые, и 3000 рублей для того, кто действительно сегодня ночью, ну как ночью, вечером, хотя я не знаю, в каком часовом поясе вы живете, потому что Россия все-таки большая, часовые пояса есть разные, где бы вы ни находились. У нас просто прямой эфир, это прямая трансляция. И если сейчас в Москве одно время, кстати, у меня часов с собой нет, жалко, не могу посмотреть, который сейчас, ну, допустим, там ближе к 10, например, да, там, или к 11, не знаю, сколько сейчас времени, честно, то, понятное дело, что где-нибудь, так, чтобы хоть не назвать город-то русский, который зашифрован, где-то там, к востоку, там наверняка уже позднее. Поэтому, друзья, я предлагаю все-таки вам назвать правильный ответ, пока кто-то уже там на востоке спит. Вот, Россия-то большая, но где... О, вот только об этом заговорила и сразу звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Откуда вы звоните, как вас зовут? Добрый. Очень приятно. Откуда звоните, который час у вас сейчас? Как слышно? Ладно, какой правильный ответ? Бог с ним уже со временем. Какой правильный ответ? С Москвы. А, вы с Москвы звоните. Отлично. Какой правильный ответ? Москва. А, да. Точно. Слушайте, что мне... Действительно. Ладно, хорошо. Хорошо. Правильный ответ. Москва. Замечательно. Притом... А давайте, кстати, поиграем уже в следующее задание, которое сейчас на телеэкране появилось. Тем более, что 3000 рублей вы получили, а мы продолжаем уже смотреть на совершенно другого рода картинки на телеэкране. По-прежнему 3000 рублей – это ваше вознаграждение. И сегодня, как вы видите, множество, очень большие шансы не только на попадание в студию, в эфир, но и на получение.
денег. И в данном случае абсолютно заслуженно. Что вы получаете в наших заданиях, потому что прямо сейчас, если вы обратите внимание на экран, вы увидите 50 картинок, и нам нужно, чтобы вы нашли целых 3 картинки, которые отличаются от остальных, за 3000 рублей по номеру 0973. Дозванивайтесь, будьте рядом, и 50 картинок, которые все-таки нужно перепроверить. И смотрите, среди этих 50 картинок 3 какие-то не такие. Найдите их, пожалуйста, все 3 картинки. И будьте как можно скорее в этой студии, чтобы получить 3000 рублей. Если вы готовы, друзья, я уже по-прежнему у вас жду в этой студии. Ведь если вы обратите внимание на телеэкран, вы заметите, как много нужно вам отыскать. Как много нужно будет отыскать вам различий. Ведь их может быть всего 3, ведь в конце концов вам всего 3 и нужно озвучить в этой студии в прямом эфире. Но вот среди 50 изображений, сколько вы видите отличающихся? Сколько мелких деталей не хватает? Не дорисовали или перерисовали? Что-то учли, а чего-то нет? Вы это можете заметить и по принципу игры «Морской бой», если помните, там были...